русской фашистской чумы. Слава великой Украине! Смерть русским фашистам! Вы на канале Ньюсейбер, друзья. Я Александр Кушнев. Сегодня 19 марта. Накануне интернет облетели кадры с военным преступником Владимиром Путиным, который постарчески неуверенно бредет по крымской земле. Новость, однако, не в том, что он 9-й по счету раз явился осквернить украинский полуостров своим зловонием верховного жреца государства убийц, а в том, насколько ухудшился его и без того неприглядный вид, удушаемый предательски подкравшимся возрастом. Седая голова избавляется от последних сухих волосков. Походка лишилась былой прыткости. Легкую хромоту с трудом ему удается прятать за актерским шагом в развалочку. Ну а понурое лицо все тяжелее выдерживает пытки редкой публичности, которая требует от хозяина физиономии, сохраняет на этой самой физиономии хотя бы какое-то подобие бодрости духа. Приходится прилагать немалые усилия, чтобы выдавить хоть какое-то подобие дежурной улыбки, требуемой по протоколу. Давно обревающий Путин, которому через год после вторжения обещавшего пышный императорский праздник по случаю восстановления. Теми зыбучими песками, которые затягивают теперь барахтающееся тело российской оккупационной гидры.